Что же, уважаемый зритель, сейчас мы будем делать из вас предсказателя, провидца, шамана, ну и просто человека, который может предсказывать. Что я для этого сделаю? Я возьму две карты двух цветов, красного и черного. Теперь смотрите внимательно за этими картами, смотрите за цветами. Один глаз смотрит на черную карту, другой глаз смотрит на красную. Когда я щелкну пальцами, вам передастся моя способность угадывать, какие карты, даже не глядя на них. Итак, все. Ваша способность теперь отошла от меня. Точнее, моя способность отошла к вам, и вы теперь можете предугадывать карты. Смотрите, я положу карты черную и красную. В эту стопку в красной мы будем класть карты, которые вы сочтете красными. В эту стопку с черными будем класть карты, которыми вы сочтете черными. Итак, начнем эксперимент. Какая вот эта карта? Это черная. Хорошо. Вот это. Черная. Хорошо. Это. Красная. Окей. Это. Красная. Окей. Вот это зеленая, да? Нет, это черная. Хорошо. Это. Это тоже черная. Хорошо. Это. Это красная. Хорошо. А вот это какая? Это тоже красная. Окей. А вот это черное, окей. А вот это красное, окей. Ладно, давайте сейчас немножечко усложним эксперимент. И я возьму, положу вот сюда черную карту, а вот сюда красную карту. И продолжим наш эксперимент. Какая эта карта? Красная, окей. Это красная, окей. Это черная, окей. А вот это тоже черное, хорошо. А вот это красное, хорошо. Это черное, хорошо. Это красное, хорошо. А вот это черное. Ладно, а вот это красное, хорошо. А вот это черное, хорошо. Ну ладно, я думаю, достаточно. То есть вы все говорили сами. Я ничего никуда не отходил, ничего не подсовывал, то есть все происходило на ваших глазах. Итак, на эту красную карту вы клали карты, которые сочли красными. То есть, давайте посмотрим. Мы перевернем их вот так вот. И здесь действительно одни красные карты, вы не ошиблись. Здесь карты, которые вы сочли черными. Здесь действительно одни черные карты. Вы опять же не ошиблись. Хорошо, а что у нас в этой стопке? А в этой стопке у нас красные карты также и черные карты также. Как видите, моя способность предугадывать карты действительно передалась вам. Ну что, понравился фокус? Тогда подписывайтесь прямо сейчас на канал и ожидайте новые видео. А мы тем временем перейдем к обучению этому фокусу. Итак, друзья, в этом фокусе вам не потребуется делать вообще ничего. То есть карты у нас действительно разложены в хаотичном порядке. Ничего нигде не подмешано, не подстроено, просто вот все хаотично разбросано. Вы берете две карты разных цветов и начинаете болтать зрителю, о том, нам следи, я щелкну пальцами, ты станешь провидцем. Окей, он это сделал, да? Мы кладем черную карту и красную карту. Теперь что мы начинаем делать? Мы раскладываем карты веером, зритель это, естественно, не видит, какие мы карты показываем, и начинаем доставать одни черные карты. То есть спрашиваем, берем черную, спрашиваем, какая? Он, к примеру, говорит, черная, окей. Опять берем черную, какая? Он, к примеру, говорит, красная. Мы к черную карту кладем на красную. То есть это получается у нас будет ложная такая стопочка, а это такая настоящая. Далее, какая карта? Он говорит, черная, хорошо. Это красная, хорошо. Это черная, хорошо. Это красная, хорошо. То есть так вот мы ему даем черные, пока нам не надоедает. Ну, где-то штук 6-7. То есть он опять черный, да. Допустим, опять показываем черную, он говорит, красная, да. Мы кладем на красную. Далее опять начинаем. Это красное, хорошо. Это красное, хорошо. Это
Красная, хорошо, это черная, хорошо. Теперь говорим, давайте усложним эксперимент. То есть перетасовывайте карты. И говорим, что теперь я положу красную карту вот сюда. А черную карту я положу вот сюда. И то же самое будем делать. Теперь мы начинаем ему давать одни красные карты. То есть показываем, какая. Он говорит, красная, да? Хорошо, кладем на красную. То есть эта стопка действительно правдивая. Здесь черная, здесь красная. Это, к примеру, черная на черную. Это красная на красную. Это черная на черную. Это черная на черную. Это черная на черную. Так, вот это красная, да, на красную. А вот это красная, хорошо, на красную. А вот это черная на черную. А это красная на красную. Хорошо, мы вот так вот разложили, да. Теперь смотрите. Мы говорим зрителю. То есть я ничто не трогал, ты сам все называл, да. Давай проверим стопки. Вы берете ложную стопку. То есть я когда показывал демонстрацию, да, вот там неудобно то, что зрителя нет. В тот момент, когда зритель берет настоящую стопку и начинает ее проверять, вы берете ложную стопку. То есть представим, зритель берет настоящую, да, и те карты, которые он посчитал красными, он переворачивает, и они действительно все красные. Далее, ту карту, которую он выкладывал на черную, те карты, которые он выкладывал на черную карту, он смотрит, они действительно черные. У него уже легкий шок, типа, блин, ну как так, угадал и вправду. Пока он все это делает, мы нижнюю карту красную, вот отсюда, это как бы единственное, что нужно сделать так быстренько. Мы, потому что красные карты идут сверху, вот. Мы говорим то, что, точнее не говорим, пока он раскладывает и смотрит. Вы когда вот смотрите, что он уже как бы завершает, да, вот это, а, блин, здесь все черные. И мы выкладываем красную карту. И вот так вот лентой начинаем, можно лентой, можно еще как-нибудь. Начинаем вот так вот раскладывать, что здесь, смотри, действительно красные карты. А здесь вот черная карта начиналась, да, здесь действительно черная. И все. Вот такой вот простой фокус. Если он вам понравился, то милости просим, подписывайтесь на наш канал, комментируйте видео и ждите в скором времени новых видео обучений. Итак, с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи на наших экранах.